Так, все, рабочее колесо установлено, поджато, все нормально. Вот, значит, теперь можно, в общем-то, накручивать вот этот вот штуцер выходной вот сюда. Вот, и закрывать. То есть он рассчитан так, что когда он упирается, то есть, ну, тут уже подбирал специально, чтобы облегчить труд, чтобы не возникало там нюансов. То есть он, когда упирается торцом в стакан, он примерно вот в таком положении будет. То есть как раз будет удобно закручивать шланг. Вот мы сейчас его накрутим. Вот и посмотрим. Значит, да, вот получается сам отвод, угол, он здесь уже зафиксирован на фиксаторе резьбы, также неразъемном, то есть тут уже, чтобы наверняка. Ну, при желании, как я уже объяснил, его можно будет снять, если разогреть это место достаточно хорошо, там раз до 150, тогда, в принципе, можно снять будет. Вот, ну, сейчас все, уже я от руки его не закручу. Сейчас надо будет что-то взять. Вот, в общем, закручиваю, ставлю корпус. Корпус прижимаю, там прокладка обязательно проверять. Также, да, при установке корпуса, ну, лично я пользуюсь таким вот моментом. То есть я вот это вот место посадочное, я его промазываю типа чем-то или солидолом, или чем-то. Тогда просто легче корпус садится, потому что ему получится нужно отцентровать и крышку, и плюс еще на фонарь он должен сесть. И чтобы это было легче, там, ну, лучше промазать, опять же, все протирать, чтобы там не было ничего, никакого мусора и так далее. Вот, то есть прижимаем, ставим крышку, улитку прижимаем к фонарю, и после этого будем затягивать вот эти вот гайки. Сильно их затягивать не нужно, то есть прям там от души. Хотя шпильки 8,8 прочностью стоят, вот, все равно прям там супер сильно затягивать их не нужно. То есть, ну так, от руки вот до упорчика, но чтобы прям сильно перетягивать их не надо, потому что уплотняется за счет О-ринга, которая работает как поршень цилиндр. Поэтому на уплотнение оно не повлияет, просто на прочность конструкции, то есть чтобы давление не отодвигало его, чтобы там ничего не смещалось. И все. В общем, сейчас закручиваю штуцер и ставлю корпус, улитку.